Всем привет! Хочу рассказать, как получить приз. Практика ведет к совершенству. По-английски «Practice makes perfect». Условия. Надо в закрытом заезде провести в общей сложности 2 часа. Есть одно «но». В игре сказано, что 3 онлайн-приза. Но это ошибочно. Этот приз он тоже считается онлайновский. Для того, чтобы его выбить, заходите одиночная игра, закрытый тест, выбираете, ну как по мне, самая легкая первая трасса, проезжаете круг, не вылетая за пределы трассы, потому что могут круг не засчитать. Как только проезжаете круг, на втором круге заезжаете на питлейн, у вас засчитывается личный рекорд. Это обязательно. Если вы не заедете и спустя 2 часа выйдете из игры, приз вам не засчитают. Потому что на питлейне этот личный рекорд, он сохраняется. После того, как заехали на питлейн, просто с него выезжаете и просто ждете 2 часа. По истечении 2 часов также проезжаете круг, заезжаете на питлейн, спокойно выходите из игры, у вас сохраняется личный рекорд и получаете приз. Кому помог, всем спасибо, всем пока.